Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Добро пожаловать в Roblox. И у нас стартовал новенький ивент под названием Roblox Creator Challenge, которого вы можете получить бесплатно, буквально за одну минуту. Просто офигительные призы, друзья. Это голова Родана, это рюкзак Годзиллы и бесплатные крылья Гидоры. Это просто офигеть! Кстати, в прошлом году был похожий ивент, посвященный фильму Jurassic Park, но призы были на самом деле намного хуже. Там был рюкзак, кепочка и футболка. В этот же раз все по-другому. Я покажу, как этот ивент пройти буквально за одну минуту, не прилагая никаких усилий, но от вас потребуется буквально 5 секунд вашего времени. Для вас это ничего, а для канала и для меня это очень сильно важно. Прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Время пошло. Раз, два, три, четыре, 5. Успел? Лайк поставил? Подписался? Спасибо тебе большое! Итак, переходим к ивенту. Здесь, в принципе, все очень просто. Я покажу, как неправильно его проходить, но очень быстро. В общем, вы отвечаете на 3 челленджа. Отвечаете просто рандомно на все вопросы, что попало. То есть, я даже не знаю, какие правильные. А это было неправильно, это было правильно. Просто клацайте очень быстро на разные вопросы, на разные ответы. В общем, здесь неважно, сколько раз вы ошибетесь, вы все равно будете в итоге правильно все ответите. Все, я уже получил голову. Голова Радана у меня уже получена. Переходим ко второму челленджу. Первый я прошел, потому что это все очень быстро. Отвечаю просто рандомно. Даже вот, я бы, конечно, мог записать вам видео, где буду отвечать на правильные вопросы, но это было нечестно бы по сравнению к вам. Я могу ответить на правильные вопросы, но с какой в этом смысл? От вам этого, ну, как бы, ничего не нужно. Это ивент для Creator Challenge, для разработчиков игр. В принципе, здесь все на английском, и вам этого, в принципе, ничего не нужно. Просто отвечайте рандомно на все вопросы подряд. Вот мы с вами отвечаем еще на какой-то вопрос. Неправильно, здесь, наверное, тоже неправильно. Здесь, наверное, будет правильно. Move to. Другой вопрос дает нам. Да, без проблем, сейчас мы сами ответим. Кстати, если хотите, я в описании скину все правильные ответы, чтобы вам было проще, друзья. Чтобы вам было проще, вы не мучились. Но, в принципе, я не знаю, зачем это нужно, но рюкзак я уже получил. Рюкзак Годзиллы я уже получил, отвечая на неправильные вопросы. И остался третий челлендж, я могу тоже на него точно так же ответить. Это было неправильно, это мы ответили тоже неправильно или правильно, не знаю. Тут, вот правильно, вот мы ответили правильно, здесь тоже что-то неправильно, здесь мы ответили правильно. Просто рандомно нажимаю, все, все, ребята, ивент пройден. Мы получили с вами голову, рюкзак и бесплатные крылья. Просто офигеть, бесплатные крылья буквально за одну минуту. Друзья, не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, ставить лайки. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!